Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Grow Castle. Так, что у нас тут? 14 очков есть, которые мы можем с тобой потратить. Вопрос, куда, если у нас тут все прокачано? Некуда, эти у нас закрыты, почему? Блин, вот игре фиг знает сколько лет, они все никак не могут, друзья мои, сделать, блин, перевод. И, насколько я помню, у меня, ребята, сейчас в данный момент все стоит для фарма голды. Насколько я помню, да? Так, дерево это... Ну да, Golden Free, это для... Так, тогда мы с тобой делаем все под боевку, потому что мы идем с тобой уже драться. Слушай, а что это за зеркало? Я, честно говоря, не помню. Что оно делает? Вот черт, что оно делает, это дерево, блин? Я без понятия, ребят. Что-то отражает, чего отражает, не пойму. Так, ладно, здесь тоже меняем с тобой башню. Здесь у нас кубок был, да, этот трофейный. Так, кто-то мне сказал, что вот этот червяк очень крутой. Почему он крутой, я не знаю, ребята. Может быть, вот этот червяк крутой? А может вообще взять... Ну, давай червяка возьмем, фиг с ним. Так, левел. Ап. Сможем мы прокачать? Сможем. Ладно, хорош пока. Дальше. Тут у нас бочонок стоит. Что-то мне подсказывает, что лучше нам взять, наверное, вот так вот. Прокачали. А что, я могу поменять, что ли? Ладно. Так, ну здесь у нас огненная башня. Хотя, скорее всего, здесь лучше будет, эффективнее заморозка. Или даже электричество. Ладно, пускай будет огненная. Критический дамаг плюс 50%. Почему я кубок не поменял? Мне кубок нужно поменять. На что только? На заморозку? Все, экипируем. Так, дальше что? Что у нас дальше? Ну, главного персонажа. Ребят, пишите в комментах ваши, как говорится, отряды. Что лучше поставить, что лучше сделать. Так, а у меня механик даже еще и не куплен, ребята. И король орков не куплен. Так, или это не то, что куплен, то, наверное, прокачивать. Нет, все-таки это надо покупать, ребята. Зиро у меня на заморозке, да, специализируется. Так, а у него посоха нету? Посоха нет, только лишь подвески. Подвески это для... электрического у нас. Например, для Тора пошли бы они очень хорошо. Так, ладно, давай посмотрим, что у нас тут. Ага, это слот для героя. Так, три ведьмочки. Это кто у нас? Я уже забыл, кто. А, это у нас чинильщик, да, нашей базы. Так, рыболетчики. Тут у нас кто? Зевс. Зевс имеет, ну, в принципе, молоток. Все это есть у него. Так, это у нас друид. А друид что, вообще ничего не имеет? Ну-ка. Да, блин, что вы со своим дамагом? Надо, ребята, у меня даже ключей нету, чтобы открыть там сундуки. Ага. Я знаю, что за все это время, ребята, что я не играл, были дополнения. Были дополнения. Так, а это кто у нас? Голем-мастер. Так, из оружия опять же ничего не... Надо нам шмотки получать где-то. Че, давай, наверное, попробуем. Что такое звездочки, ребят? О-ля-ля. Это что еще такое? Твою дивизию, ты серьезно? Skill activation. То есть я теперь иду вот по этой ветке, да? Так, сколько у меня? Ага, еще. Так, 15% к золоту давай возьмем. Защита замка всех юнитов 10%. Так, психическая атака. Так, это 15% дамага от огня. Давай, наверное, все-таки защиту возьмем. Все, ребята, кончились у меня звездочки. А звездочки где зарабатываются? Скажи-ка мне на милость. Хм.
Ну-ка попробуем с тобой поединочек один сыграть. Так, я уже забыл, как там ускорение. Вот там ускорение. Сможем тут вообще с тобой пробиться? Что это зеркало делает? Кто-нибудь не объяснит? Так, ну-ка ускоримся. О, я совсем забыл же, блин, юзать скиллы-то, ёлки-палки. У меня же здесь не автобой. Волна 1580-я. Ну, как видишь, пока все отлично. Ну да. Так, это что у нас такое, ребят? А, бонус к золоту. Мы свой мимика поймали какого-то. Вон, видишь, бонус к голде 15%. Слушай, ну неплохо. В общем, эту волну мы с тобой потянем. Босс? Эй, босс! Запинали мы его. Хе-хе-хе. Чего тут лям с лишним? Ну давай. Я 1000 лет не играл, я все позабыл, что у нас тут. Опа, орбы какие-то, ребята. Купить. Слушай, а где-то вот такую пыль я должен получить, чтобы купить орб. Угу, пока мне не дано это приобрести. Что у нас тут за мешочек? Так, сундук, дайте мне открыть. Чего? А, хаммер мне выпал, да? Его можно распылить, а можно забрать. Еще сундучок. Опа. Браслет, атака, скорость у нас почти 9%. И опять скорость, все на атаку. Слушай, ну это круто. Так, еще сундук, да, остался? Нет, не остался, ни шиша. Так, а это что у нас такое? Открыть. Что это такое? А, это рулетка. Ну-ка. Спасибо, давай еще. Так, пока деньги. Опа. Плюс 15, это у нас что? Кристаллом идет, да? Подожди, кристаллом. А у нас кристаллов 102 максималка. Так, а вот это что у нас такое? Использую для улучшения магазина. В плане, для улучшения магазина. Так, а это для улучшения сокровищницы. Что-то... Или я так отстал, или я вообще, ребят, не понимаю, что, к чему и почему. Так, у меня, ребята, здесь, по-моему, все идет на фарм голды. Так, нет, тут призыв, это критический шанс. Подожди, но если у меня здесь есть автобой, почему же он тогда не активен? Два ледяных голема, все, я понял, что у меня тут стоит. Два артефакта еще не активны. Вот, друзья мои, кто спрашивал, как открыть еще один дополнительный слот. Ребят, вот должна у вас такая быть жемчужина. Если ты ее экипируешь, у тебя появляется еще один дополнительный слот. Блин, я уже забыл, что вместо него тут стояло. Ай, забыл. А, синий кристалл, все, вспомнил. А я его могу улучшить? Ага. Так, так, так. 6 лямов. Обалдеть, ребята. Мне кажется, наверное, этого не стоило делать. Так, а вот это что у нас такое? Join New. А, это гильдия. Это... вступить. Слушай, а меня уже, наверное, выгнали давным-давно, ребята, да? Из гильдии, скорее всего. Ну, давай посмотрим. Нет, поиск мне не нужно. Куда тут можно зайти? В какую гильдию? Вот в эту можно? Так, join... Я покидаю гильдию, что ли, какую-то? Или... Все, я в этой гильдии, походу, делал, ребят.
Ладно, это не важно. Что у нас тут? Это у нас деки. Так, это награды. Давай попробуем дракона. Ну, мне кажется, ребят, я не справлюсь. С этими зелеными-то это для меня вообще не вопрос. Чем там бомбим? Сундук, что ли, какой-то? Кромсаем с тобой. О, там посох выпал. А, отлично. Так, черный дракон тоже нам, по-моему, довольно легко дается. Угу. Опять бомбим там сундук. Выпадает опять посох. Давай следующий. Я просто хочу вспомнить, ребята, где мы с вами остановились. На каком драконе? Красного. А куда он улетел? Ах ты жук. Блин, я все время забываю юзать-то этих. Господи. Красный дракон, мы его тоже порвали. Что там выпадет нам? Колечко, это вшивенькое, кстати. Апгрейд, кстати, давай апгрейдим, наверное, наших лучников. И сам замок. Офигеть, деньги копишь, 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 копишь. А потом просто тюх, за 3 секундочки тюх, и нет, ребята, денег. Так, ну что, красного дракона мы с тобой победили. Син. Вот на этом, по-моему, мы с тобой, наверное, да? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Смотри, смотри, смотри. Трындец. Это почему-то дракон мне не дан пока, ребят. К разрухе, я не знаю, может быть, что-то другое надо здесь сделать. Но я не могу его вольнуть. Вот этого. Что в нем такого? Почему он такой, блин, сильный? Он в основном А, все, я понял. Че, у меня настолько слабые юниты, что они просто проходят мимо меня как к себе домой? Может быть, какая-то должна быть защита от огня? Так, коннектик сервер. Ё-моё. Ё-моё тут. Не, дайте мне вот обычно. Мне тут захватывать еще и захватывать территорию, если честно. Тут дофига чего можно позахватывать. Сколько у меня мощей? Я здесь вот справлюсь? Наверное, смогу. Блин, как автобой-то врубить? Раньше, я помню, он у нас сам активировался. С этим зеркалом я тоже так не разобрался, что оно делает. Так, давай прокачаем. Так, следующее захватываем. Блин, просто надо еще, ребята, вспомнить, что к чему, куда и почему, блин. 1000 лет не играл, все позабыл. Когда с самого начала играешь, тебе как бы все постепенно, 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 а тут все с самого нуля, поэтому все позабыл. Я помню, что вот это захватываем, мы с тобой улучшаем поселение, естественно, они будут нам приносить больше голды. И тут таких вот миров у нас целая куча. Все эти миры нужно захватить. Желательно бы. Вот, например, почему бы мне не захватить вот этот островок? Вот что мне мешает захватить его, скажи? Ведь ничего не мешает. Поэтому давай захватывать его. У него катапульты тут, смотри-ка. Да-да-да-да-да. Прокачка. Все. Давай сюда пойдем. Блин, как этого дракона вольнуть, а? Мои стреляют, главное, уже не из луков, ребята, а лучники мои почему-то стреляют ножами. Ты, наверное, увидел, да, этот момент? Смотри. Стреляют просто ножичками. Так, это на 20 минут автобой. Ребят, я, наверное, возьму. Так, ну что у нас тут? Победа. Точно на 20 минут у нас с тобой автобой? Так, захватили. Давай-ка здесь. Да нет, ребят, никакой не автобой. Это просто скорость 3x. Вот что я тебе скажу. Так, забираем. Так, еще остается. Ну, совсем маленечко. Что это такое?
А, это пауза. Нет, продолжаем. Разнесли. Ну, тут-то все понятно. Потому что это орочье поселение, ребята, оно самое-самое такое начальное, поэтому. Вот тут вот, да. Тут вот, скорее всего, можем встрять, да. Эй, три секундочки, и просто тюх! Нас как ветром сдуло здесь. Рванул тоже на свою голову. Так, стопэ. Активировали, все. Взорвали. Пошла прокачка. Так, 1750. Ну, в принципе, это тоже нам должно быть плечо. Да. Это мы с тобой захватим. Вообще, вот эти вот мои башни, они хоть как-то работают. Вот это зеркало, что оно делает? Ребят, пишите в комментах. Если кто в курсах, что это вообще тут все делается. Давай это захватим. Почему я вдруг захотел орочье поселение захватить? У меня же там есть дофига чего, что можно захватывать. Да? Но я вот решил здесь почему-то побомбить их. Так, 54 голды будет приносить. Это, конечно, ничтожно мало. Ну что, остается два, которых я могу здесь захватить. Всего лишь два. Два поселения. Так, здесь мы вырубили. И вот это вот, 800, который идет, тоже его, ребята, захватим. Вообще без проблем. А вот где 35 тысяч, там, конечно. Да, там, ребята, нас вжухивает по полной программе. И критический шанс растет. 0,1. Да, не густо. А вот это вот, не, ну здесь мы должны победить. Должны, должны. Эти орки тут. Вот если там 35 тысяч, да, там вынесут. Ну, а здесь 1000, 2, 3, 5, это как бы для нас еще допустимо. Здесь мы можем довольно легко с ними справляться. Все, да? Тут, ну, сам видишь, еще очень много-много-много-много территорий, которые все нужно захватить. Так, в этом мире что у нас? В этом мире мы с тобой были. Тут 24 500. И все-таки я тут немножечко тоже позахватывал территории. Сам видишь, 3200, интересно, потянем? Нет, ребят, не тянем. Вообще не тянем, прикинь. Да. Так, надо прокачивать мне моих ведьмочки. Алиса. Поехали. А это что такое еще? Босс авто. Что это тут? Я не пойму, ребят. Что это вот в данный момент? Так, Дороти, друид. У друида, ну-ка. Атака, скорость атаки. А это фаердамаг. Скорость атаки. Скорость атаки нужно ставить нам кому? Скорость атаки нашему бойцу. Так, а у него что за колечко стоит? Да блин, ты подожди, ты. Какой, блин. Серьезно? Нет, это нам не нужно. Тейк-офф. И ставим скорость атаки. Вот так вот пускай будет. А молот, я так понимаю, мы с тобой не сможем, да, ему надеть?
посох. Так, оттолкнуть шанс. А это критический дамаг. Вот это мы с тобой оденем. Зира, правда, он, говорят, мне не очень хороший персонаж. Но все-таки. Что делает стекло? Дубликат одной башни. Какой башни ты дубликат делаешь? Я вообще не вижу, чтобы ты какой-то там дубликат делал. Imperfect Mirror. Ага, дублирует атаку. Фью. Опять же, какой-то любой из башен, да? Ну, допустим. Допустим. Так, здесь у нас что? Я уже забыл, ребята. Это гильдия лучников. Для лучников это нужно. Так, здесь. Ну, башни ставить, я думаю, что нет смысла. Так, погоди. Эй-эй-эй-эй-эй, погоди, а как вернуть-то мне? Вот. Вернул. Слушай, а вот эти вот башни, если я ставлю, то у меня как они получатся, ребята? Чисто будут башни, а бойцов не будет? Или же будут башни на заднем ряду, и вот здесь вот бойцы? Как это вот понять? Угу, у нас еще и тут, я забыл совсем. 10 часов, чего 10 часов-то? Непонятно. Чего 10 часов? А, 10 часов, наверное, боев, я так понимаю, да. Так, здесь у нас лаборатория монстров. Фордж. А что такое фордж? А, крафт итемов. Не хочу. Ну, костюм тоже, наверное, не нужен. Лаборатория монстров. Level up skills. Так. Старое дерево какое-то, ребят. А что он моргает? Там орки. Так, это мы улучшаем, да? Че, кончились контракты у нас на орков. А здесь что? А почему я не могу поставить? Чего написано там? Игрок имеет слишком маленький уровень. В плане, у меня 60 гемов. Чего вы мне свистите здесь? Лаборатория. Говорят, полезная вещь вот эта лаборатория. Я, ребят, не знаю, правда, чем. Скорее всего, ты можешь, как сказать, лучше узнать противников, да, и потом их бомбить. Вот, смотри, блин, вот тут поставил мы. Вот тут он, ребята, поставил. А дерево это старое, он почему-то не хотел ставить. Вот жучара-то, а. Ну ты жучара, однако. Боди. Не надо нам вот это все. Так, возвращаемся в замок. Ну что тут, я не знаю, ребят. На битву идти. Они чисто волны. Смотри, у них там маги, тараканы всякие. Плюс 5 джампа. Что за 5? А, 5 уровней, что ли, перепрыгивает, получается. Я правильно понимаю? В любом случае, тут мы с тобой пройдем. Босс. Ну, 2. Эй, сосунки. Плюс 5 волн мы с тобой перелетели. И нам предлагает бабулец. По максималке. Да тут все по максималке у меня прокачано, да? Как эти звездочки-то теперь? Я вот не помню, как звездочки нам копить.
Что я для этого должен сделать? Это реплей-то будет у нас постоянно, да? Автобой идти. 10 000. Легендарный дракон. Костяной дракон. Сколько раз? 500 000. Ёпарасоте. 100% какой-нибудь есть персонаж, который против драконов этот наяривать будет здоров. Вот мне почему-то так кажется. Ты что там написал? 20 волн, что ли, сигануть сразу же, да? Не слишком ли крутенько-то? Да мы должны пройти, ребята. Правда, босс, наверное, появится сейчас. С минуту на минуту. Но пока все хорошо. Так, тихо. Активируем. Босс есть? Есть, ребята, два босса. Фух. Как с куста. Не, будь эта игра на русском языке, мне кажется, я больше бы и быстрее бы в ней стал разбираться. Потому что, что вот он делает? Призывает одного каменного голема. Дамаг 500%. Но оттолкнуть назад, МП. Ну, экипируем. Опять же, вот смотри, каменный голем. У него здесь, ребята, есть разные вот эти вот. Что вот это вот? Каменный голем. Мощная атака. Атакует всех големов. 50% героя базовой атаки. Вот это вот. Вот как вот понять, что нам нужно, ребят? Какая именно прокачка? Есть тут три вида. Каждый что-то дает свое. Каменный голем 300% дает дамага. Допустим, пускай будет это так. Лучники. Дарк эльф. Когда их втрое, они скорость атаки повышается на 75%. Опять же, ребята, это когда они втроем. Прокачка у меня идет вот этой ветки. Втроем, то есть этот, этот и вот этот, да? Вот они втроем, три лучника. Снайпер. Тоже, наверное, нужно, ребята, им всем ставить вот это вот все, мне кажется. Чтобы у всех, у троих был вот этот вот скин. Только в этом случае, наверное, это будет работать. Я, может быть, ошибаюсь. Если что, ребят, можете... Ой. Можете поправить это, конечно же, в комментариях меня. Но почему-то мне кажется, что именно вот если вот это все активно... То это будет вот так вот работать. Так, ну что, давай еще... вызовем волну. Разнесем в хламину их всех, надеюсь. Так, бомби. Мы 10 волн с тобой перепрыгиваем, да? Так, тихо, готовимся, сейчас, наверное, босяцкий пойдет. 10 волн, то есть это получается у нас 2 босса должны выйти. А почему ты это перестал работать? Раньше работало. Сейчас перестал. Во, вот они. Ну, мы их порвали. Причем вообще без каких-либо проблем. Деньги предлагают. Так мало. Вот это тоже, кстати, очень много, ребята. Голд моды. Подожди, голд моды. Free Auto Battle. А где именно у меня автобой? Должен же быть, по идее. Вот это вот еще. Где вот я это? Monster Wheel Upper 5% faster. Где? Купить. Ой, купил. И что он делает? Этот рок изобилия, не знаю, ребят.
Ага, шанс встретить мимика и бонус эффект мимика. Так, тут один шанс найти ключ дракона. Найти ключ дракона, и что? Погнали. Все, здесь усиляем. Почему вот это перестало фурчить? Не пойму. Ага. Вот он, тот рог. И зачем я его взял, скажи мне на милость. Толку от него, если он активируется только за деньги. Красавчики, что я могу сказать? Лучше не придумаешь. Так, босяцкий, босяцкий, босяцкий. Тихо, Виктори, Виктори. Так, а звезд... за что мы звездочки получаем? Слушай, может быть попробовать вот сюда хоть шагнуть, хоть глянуть, что здесь, почему? Я вообще не вижу, ребят. Как понимать? Так, ну здесь мы разбомбили. И... не пойму, если честно, вот что сейчас было? Вот мы выиграли, и что? Давай здесь попробуем. Что это вообще дает нам? Опять победили. Не знаю, ребята. 29 этих, да, нужно захватить, что ли, или что? Двадцать девять башенок там было нарисовано наверху. То есть вот мы с тобой. Сейчас будет уже три башенки, да? Три из 29. Непонятно, как это. Дребудень. Что она нам дает, вообще не врублюсь. Здесь понятно, здесь захватываешь территории. Это мне не дано. 35 тысяч мне не дано. 68 тоже. Вот здесь вот можно вот этот островочек, так сказать, захватить. Я так понимаю, захватываем мы эти островки, и у нас что? Просто идет фарм голды, да? И все. Больше никаких нам преимуществ это не дает. Так, колонизируем. Окей. Следующий. И в чем вообще, друзья мои, смысл этой игры? Ну, понятное дело, что прокачка это, чтобы двигаться дальше, а... какой предел этому всему? Вообще он здесь есть? По-моему, нету. Предела здесь нет. Он-то бесконечный, да? Так, ладно. Мы с тобой захватим этот островок, так уж и быть, полностью. Големов там всяких целая куча у нас. Выходит, только толку-то от них. Так, остается раз... еще 4 базенки захватить, и этот островочек будет наш. Давай. Все, да? Сделали. Колонизируем. Захватываем это. Денег нужно, ребята, просто немерено. Миллиарды, триллиарды, чтобы тут прокачивать вот это все. А где ты их столько возьмешь-то? И суть гильдии. Вот я вступил в гильдию. Что нам теперь делать? Тоже непонятно мне, если честно. Что я буду делать в этой гильдии? Просто в ней состоять? Или ведь какие-то же должны быть задания, наверное. Или еще что-нибудь в этом роде. Так, давай последний с тобой здесь поединок сделаем. Ага, в хлам. В хлам разнесли. Ну что, этот островочек становится наш. Полностью. 70 тысяч. 28. 19 тысяч.
Ну-ка попробуем 7000, я смогу справиться с ними? Оу, щит, ребята, это офигеть. Прикинь, 7000, я не могу справиться. А я на дракона шел, у которого 10000. Вообще, нифига. Сразу таким ощущаешь себя сосуночком. Просто сосунком. Вот и все. 10000 не могу взять. Даже не то, что 10, 7000. Ну-ка, 2,5 могу одолеть. Блин, скорость кончилась, да? 3x. Ну, 2000 с горем пополам как-то еще тянем. Да. Это ж насколько слабая у меня, ребята, команда. Это на 395-м-то уровне. Вы серьезно? Таким, блин, ничтожеством быть. Да. Так, старт. Вот, ребята, автобой, который... Обычно я так делаю. Включаю и баиньки. Они, естественно, доходят до определенного своего момента. По крайней мере, они сами здесь активируют скиллы и все прочее. Мы, кстати, левел свой получили. У меня 396 уже уровень. Так, ну... Что-то как-то... Эти там орут зомби. Это, я так понимаю, ихняя подмога, да? Ихний... Какой-то отравленный метеорит выпускают. Ага. Защита замка, пишет там. А, все равно Виктори. Что это такое? Слушай, ну уровень довольно неплохо растет. Посмотри сам. Насколько идет прибавка. Да, меня устраивает такой расклад. Опять же, все равно непонятно, почему не работает эта стрела. Она должна срабатывать была, ребят. А сейчас она не хочет. То есть 396, 397 до 400-й миссии хотел сказать. До 400-го уровня, в принципе, можно было бы добраться, но долго. Мы справляемся, но чувствую, как он на пределе, ребята. Мы... Только-только сдерживаем наших противников. Ну, хотя бы сдерживаем, то неплохо, ребят. Так, видишь, уровень растет. Сколько? Ну, наверное, где-то боев 10 нужно сделать, чтобы поднять всего лишь один левел. Но, опять же, ты не забывай, что и враги становятся все серьезнее. 1623-я волна у нас. Как вы думаете, кого лучше здесь прокачивать именно из воинов? И по какой ветке? Слушай, и денежка так хорошо идет. Смотри-ка, уже почти 5 лямов накопил. Ну да. С этим зеркалом тоже непонятно, что он делает. А-а-а, все, ребят, вон он клонирует, блин, бочку. Он что-то с клона бочку сделал. Теперь мне все понятно. Так, ну что, выиграли, выиграли. Так, cancel, cancel, cancel. Так, друзья мои, давайте мы с вами на этой ноте будем заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.